Всем привет, друзья! С вами снова мы. Я нахожусь в Восточно-Китайском море, около 3 северных островов Тайваня. Мы сегодня с вами будем ловить на джиггеры, на джиг, на пилькеры. У меня с собой 2 спиннинга, и сегодня будет ручная работа, друзья. Я решил не использовать электрокатушку, хотя спиннинг со мной. Тем не менее, вроде как сезон начался, очень много сообщают о том, что пошла рыба, поэтому мы решили со Славой, опять же таки, выйти в море. Поехали! Огромная благодарность спонсорам канала. Нажимай кнопку спонсировать, поддержи канал, получи плюшек, увековечь себя в титрах к видео. Наконец-то прошел китайский Новый год, праздник весны. Как некоторые из вас знают, китайский Новый год — праздник, который встречает весну. Вот, и я мчу, друзья, на рыбалку. Вроде бы подошла рыба 3 северным островам. То есть сегодня будет джигинг, сегодня со мной 3 спиннинга. Глубины там не особо большие, там типа до 70-80 метров. Вот, течение вроде бы по прогнозу сегодня не будет, поэтому взял с собой один спиннинг до 170, один спиннинг до 300. И электроспиннинг на всякий случай, если мало ли что, где-то надо будет, если все-таки течение будет, то кину пилькер побольше. Еду в порт, друзья, дядя Слава со мной, естественно, он уже наверняка ждет там. Время 1:30 ночи, выход в 3, погнали! Говорят, они сюда улетают, да, наверное. Я знаю. Видел, да? Много. Посмотрим. Или тоже насмотрелся? Они уже все. Уже разъехались. О, ребятушки, вот это да! Слушай, ну много мелкого. В основном где-то 3-4. Это хорошо. Неплохонько, да? Ну что, ребятушки, ох, вытаскиваем все. Холодильник небольшой по сравнению с теми мужиками, блин. У меня мелкий холодильник. Сразу хоть поставить туда? Ну, поставить только чемодан. Мы с вами в порту, уже загрузились. Вот, народ там сейчас заваливает свои ящики, холодильники льдом. Настраивает снасти. Вот. Слава там ждет как раз. Мы сейчас тоже холодильники свои наполним. Круизер 18-й, большой корабль. Ребята вернулись недавно буквально с Дяо-Итай, с дальнего кордона. Вот. Вот, пошел лед. Сейчас наполним наши холодильники. И довольно неплохо отловились. То есть надежда есть. Скоро отходим. Ну что, побежали. Обычно корабль выходит в 3 ночи и на точку приходит в районе 6 утра, как раз под рассвет. Этого времени как раз хватает, чтобы подремать в каюте. Да, друзья, редко такое было, когда мы приходили на точку засветло. Но, тем не менее, так есть. Уж не знаю, почему так произошло. Время на часах 15 минут 6-го.
Так, ну-ка. Казалось, что... Ну, друзья, первая рыбка, небольшая бонита, но тем не менее первый на гравле взял, а нет, 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 первый. С самого утра взяли маленького группера, но в принципе я рад не такой рыбе. Я тебя позову. Вот это сигнал к тому, что рыба под нами и можно опускать пилькер. Получилось, друзья, на точке пока ничего, хотя рыба на эхолоте есть, но, видимо, не активно. А вот остров, друзья, подошли к самому дальнему острову, к северному. О, друзья, начался, да-да-да, бонитная атака. Нашли стаю, надо ловить. А! Поклевка была. Снэпер. Ну хороший, да, такой глазище здоровый. Блин, поклевка была. Нападение. Да, есть. Я. Yeah. Маленькая. Сяуи. Да ешкин, матрешкин. Thank you.
Где же хунганище-то, ёшкин рыбёшкин? Оно не с поверхности сделано, хера. Почти со дна. Так, друзья, рыбалка есть рыбалка, а обед по расписанию. Надо пойти посмотреть, что там кок приготовил, и перекусить немного. Друзья, ну поменяли точку, шли примерно почти час, подошли к среднему острову, средний брат, так сказать. Здесь небольшая глубина, 25 метров. Ну, начались волны, вроде как, может быть, будет получше, не знаю. Сейчас проверим с вами. Одна бонитка. Сейчас уж осклюем свой. Ты же маленький джиг поставил. Да? Да. О, еще один взял. Вот это офигел вообще. Следующий, на следующем забросе. Еще один взял. О, у меня поклевка. Да, есть, сидит. Ах ты, сошел. А, есть? Ах, нету. А что ж такое? Там у него рыба сидит. Ну, Славик, наконец-то. Да нет, у меня было две поклевки. Еще берут. Кидай, кидай сразу, Славик. Не тормози. Да, блин. Опять поклевка, опять сход. Вот она рядом, Максим. Да рядом, понятно, что она рядом. Все, ушла стая. Ёхарный бабай, ну что такое? Как так? Ну вот, друзья, был подход сейчас такой нормальный. Была поклевка, сошел у меня слишком большой джиг, видимо. Хотя тоже народ как бы на большие джиги ловит. Вот. Ну, в общем, в любом случае была поклевка, был сход. Почти все взяли по рыбке. Стая, вот это. Стайный подход. Идем дальше. Сейчас стая ушла. Оп! Дави, дави!
бочек у дяди Славы. Ага. Есть! 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 Дяди! 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 Хороший, дядя Слава. Эх, сбанито. Ну вот, друзья, подошла стая. И сейчас почти каждый сейчас возьмет опять. Ну, еще одного тащит. Еще одного тащит. Ну там пипец, все, хана. Он все запутает сейчас. Да что такое? Да что такое? Да я не знаю, тут какие-то подбития. Ты же слышишь, фрикцион срабатывает. Падение? Да? Не, я начал проводку и сразу бам-бам-бам, что-то такое, знаешь. О, что-то взял. О, есть! О, есть! Сошел. Чисто пиламидовая приманка, друзья. Небольшой пилькер, 180 грамм. А спиннинг у меня до 170 этот. Но, тем не менее, нормально. Рыбешки, какие волны. Тем не менее, нормально отыгрывает. Все хорошо в этом плане. Вот. Кэп дал сигнал о том, что он встает. Спускаю пилькер. Я и... Йо-йо. Нападение. Скумбрия. Это скумбрия. Ну, не злая, скумбрия взяла. Я не понял прикол, у меня остановилось, думаю, что-то такое. Так вот, друзья, я говорил про то, что я контролирую сейчас приманку. Вот она упала на дно. И теперь вот такой вот проводкой, раз, быстрой, агрессивной. И только так клюет хищник. Можно еще сделать вот так вот, там, если совсем устал. Вот так вот. Тоже довольно хорошая проводка. Иногда помогает, когда силы остаются на нуле. Вот. А еще я иногда делаю вот так. Просто быстро. Короткими рывками. Тоже отличная проводка, особенно на пиламиду. Да, ну и второй спиннинг у меня, друзья, до 300 грамм. Здесь сейчас стоит пилькер от Дэвиса 280. Вот, чуть побольше крючки. То есть для более быстрого течения, когда приманку сносит. Вот, и здесь, естественно, мульт Салтига 15H. В принципе, хорошая катушка, все меня устраивает. Не, единственное, что она не под этот спиннинг, потому что у этого прохантера у него спиральное расположение колец, поэтому приходится вот такой хват держать и пальцем контролировать
укладку шнура. То есть у катушки нету окошка лесоукладывателя, соответственно. То есть либо спиннинг нужен с прямыми кольцами, либо для этого спиннинга нужна катушка с лесоукладывателем. Блин, вообще огромная скумбрия, я не знаю, за больше кило, наверное. Да что ж такое? Смотри, они таскают одну за одной. Давай быстрее. А, поклевка. А, есть еще. Ну. Давай. Бляха, муха, я мелкие спилькеры не брал. Брал. Нет. Давай, Славик, что ты там ловит? Вот она. Вот она. Я нашел глубину. Клевать стало. Давай, Славик. Накоптим с тобой скумбриевича. Есть! Что-то хорошее! Я. О! Бонита! Может быть. Хорошая пиломидка, друзья. Вот она, да, есть. Скумбриевна. На падении. Маранцут. Маранцут? Славик, это маранцут. Маранцут. Кунцумир, маранцут. Опа! Маранцут! Вау. Маранцут? Есть! Что происходит, Славик, не понимаю. Опять маранцут, наверное. Вдвоем одну поймали. Не, это моя. Это не его, это моя. Окей. И снова маранцут.
вибратор никому не нужен. Смотри, Славик. Блин, а что я сразу про Хантера не поставил? Он цветной такой. Видимо, из-за этого. Пилькер от про Хантера. Хорошо, что я положил. Это самый маленький, наверное, пилькер, который у меня есть. Он цветной, оказался очень хорош по Скумбриевичу. Смотрите, ребят, Слава как вяжет оснастку. Я давайте сравним. То есть, во-первых, у него крючки съемные получаются. Плюс он использует вот эту вот восьмерочку, такую хитрую, прикольную. Вот. Ну, узел, естественно, такой же, как у меня. Все так же. Делает узел и, соответственно, протягивает кевлар в ушко. Узел и, собственно, этот самый. Вот. А я делаю немножко по-другому. Вы можете в описании под видео, там есть ссылка на видео пилькер монтаж оснастка проводка, где я показываю, как я вяжу свои пилькера. У меня крючки не съемные. Вот. Я не продеваю в ухо кевлар. Плюс у меня подсадка. То есть вот, в принципе, все просто. А, ну еще и... Плюс еще у меня, я стал в последнее время ставить шарикоподшипническую вертушку. Напишите в комментариях, если кто, ну, делает по-другому. Напишите, как вы делаете. Ну вот и все, друзья, рыбалочка закончена. Капитан стартует корабль домой. Идем домой. Неплохая рыбалка. Я первый раз в жизни обловил слабика в море. Это просто невероятно. Я знаю, он сейчас горюет очень сильно. Нет, не горюет, вы это видите. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Традиционно до встречи в новых выпусках. Всем пока!